Так, наше второе утро, да? Второе утро. Опять начинается с гаджетов и морковки. Морковку поместь. На улице сегодня дождь. У Саши сегодня спала. Он чистое белье вытащили. Саша сегодня спала на этом матрасе. Саша, как спалось? Нормально. Вот, с утра нам привезли макароны. Ой, не только макароны, разные продукты. Стейк там и так далее. Будем готовить сегодня. До начала варим макароны. Купили, в общем, перекрестки вот такие вот стейки мраморной говядины. Сейчас будем готовить стейки. Неплохо бы еще отбивалочку найти, чтобы их отбить можно было, эти стейки. Смотри какой. Стейк будет обалденный. Хотя их все отбивать. Просто сейчас поперчим, да, посолим. Да. И зажарим. Да. Все, выключай пока камеру. Вот что значит, когда вкусные продукты. Качественные, да? Вкусно, Паш? Саш, вкусно? Бомба. Бомба? Говядинка мраморная. Очень вкусно. Ну что, я кнопку не нажал. Сегодня 31 июля, среда. Едем за бабой Валей на вокзал, на Киевский. Вот. Саша надеется, что ее заберут на море. Только из-за этого? А Паша только в лагерь. И все. Ну или он тоже на море хочет? Или он тоже на море хочет? Он хочет на море, но у него бассейн. Там бассейн у тебя будет, да, Паша? Блин, круто. Ладно, в общем. Дальше на Киевском вокзале снимем, если успеем вообще. К приезду.
Так, Киевский вокзал. Вот, малыши. На фоне Киевского вокзала будете фототься? Повернитесь ко мне. Готовы? Три, четыре. Готово. Пойдем встанем под крышу. Я думаю, они где-то здесь. Они? Она. Вон она. Ой. Отходите. Что рядом? Давай, мам. Перерос уже. Перерос. Ну все. Все, да? Все твои вещи? Все вещи мои. Зачем мне много вещей? То есть вот это все, да? Да. А что мне должно быть? Отлично. Там невеста вырос, как правда. Ну, уже футболок, уже футболист. Значит, тут под прицелом камеру становится. Привыкать надо, да? Звездой становиться. Что, как доехала? Как доехала? Когда в поезде. Весело было? Человек 70 в вагоне. 70 человек? Если мамашка плюс детяшка на нижней полке, считай, 56 мест, и плюс еще нижняя удваивается. Сверху, да? Дожди. Где наша краснодарская свеча? Заходим, да? Заходим. На 454-м сейчас доехать должны. Что такое? Вызвать такси. Я сейчас туда через 10 минут подъеду. Едем, в общем, домой. Привет, папа.